22 августа в России отмечается День флага. Традиционно праздничные тематические мероприятия проходят по всей стране, и Волгоград также не остался в стороне. Акции, посвященные российскому триколору, прошли по всему городу. Одно из них организовал областной краеведческий музей. Детям из Ворошиловского социально-реабилитационного центра рассказали о символах России, знать о которых должен каждый гражданин. Герб, гимн и флаг. Да, мне понравилось. Я узнала историю нашего флага. Мы должны знать нашу историю, гордиться и любить. Ребятам объяснили, какое значение имеет каждый цвет на российском триколоре. Они узнали, что белый – это благородство и свобода, синий – честность и верность, а красный – мужество, великодушие и любовь. В ходе мероприятия школьникам также предложили пофантазировать и самим придумать флаг нашего государства. Я добавил в свой флаг золотой цвет. То есть я наверняка думаю, что мы найдем золото, там денег у нас. Вот. И у нас будет процветать страна. А коричневый – это почва, у нас очень плодородная земля. Почему на нас очень многие нападали? Это уже факты, потому что у нас очень плодородная земля, у нас много чего может вырасти. Вот. А красный – это победа, вот. Цвет побед, кровь, не знаю. Просто вот. Было очень много сражений, вот. И поэтому красный цвет добавим. Сотрудники музея рассказали ребятам и об истории государственного флага России. Как с годами менялось изображение на главном символе страны и какие события повлияли на эти изменения. Рассказ в легкой форме увлек всех без исключения. Вот, я считаю, что для детей это очень важно на самом деле, потому что это наше будущее. Эти дети, они потом вырастут и они будут, собственно говоря, на наших местах когда-то, да, и они должны, скажем так, принять вот эту вот, ну, скажем так, преемственность поколений должна присутствовать, потому что, возможно, именно они изменят в будущем нашу страну. Возможно, у нас будет новый флаг, новый герб, и если дети будут это знать, я думаю, что нас ждет светлое, прекрасное будущее. Напомнили и взрослым волгоградцам о главном государственном символе страны. Инспекторы ГУРГАИ вышли на улицы города со значками и наклейками с изображением российского триколора. Как оказалось, акция полезна и для старшего поколения Российской Федерации. Мы рассказали им о значении цветов триколора, государственного флага Российской Федерации. Ну и, конечно, как приятный бонус, подарили им световозвращающие брелоки в виде государственного флага. Государственный флаг – это не просто символ России, это три цвета, которые отражают историю нашего народа. Знать и понимать его значение должен каждый. Анна Муслимова, Анатолий Чернышов, телеканал «Волгоград-1».